Ребята, чтобы видео не получилось очень большим, и вам было удобнее его смотреть, я решил разделить его на две части. Желаю приятного просмотра, поехали! Привет, ребята! С вами, как всегда, Песик Лайки, и это новенький Roblox видосик. Вы оставили очень много комментариев, в которых просили меня пройти вот этот прикольный режим, который называется Rainbow Friends, или Радужные Друзья. И я все-таки нашел для него время, зашел с утра пораньше и все-таки решил поиграть. Так, мы оказались на какой-то школьной парковке, где стоит школьный автобус. Написано 10 из 15, войдите в кольцо, чтобы начать игру. Окей, заходим в кольцо, мы успели, 15-14 кто-то вышел. Что это за коробки? Куда это? Почему у вас какие-то коробки? Дайте мне тоже, я хочу тоже коробку. Отправиться на экскурсию. Интересно, экскурсии я очень люблю. Интересно, куда же нас повезут. Ну, быстрее, мне уже не терпится. Глава 1. Сделано. Ожидание других игроков. 9 из 14. Так, что у нас есть? У нас есть магазин, у нас есть инвентарь, есть настройки. Так, интересно. Давай быстрее загружайся. Мне уже интересно посмотреть, что там за настройки за такие. И что там есть, что у нас есть в инвентаре. 12. Ну где там еще двое потерялось? Начинается игра. Так. Радужная полосочка загрузилась до конца. Так, мы куда-то едем. Ага, чё это с вами? Чё это вы дергаетесь? Вам уже не терпится? Странный мир. Так, странный мир. И какая-то черная рука повернула стрелочку. И нас повезут куда-то в другое место. Смотрите, наш школьный автобус поворачивает в какой-то неправильный странный мир, на котором написано «Осторожно, заражение, не входить». Короче, много табличек, которые предупреждают нас, чтобы мы туда не входили. Так, ну и как всегда, мы разбились на автобусе. Так, куда-то его потащили. Милиция, полиция, где кто? Так, мы оказались в какой-то странной комнате. Я стою слева. Посередине стоит желтый парень, который чем-то недоволен. Какие-то кубики. Ну как, сколько еще можно? Куда пропали кубики? Мои блоки упали. Все, что вам нужно сделать, это найти их и вернуть. Хорошо, сейчас все вернем. Удачи, спасибо. Это легкотня, особенно для таких смелых и отважных ребят, как мы. О, привет, мы тебя уже видели, только ты был какой-то слюнявый. Так, там написано экзит, но туда нам пройти не дают. Так, давайте-ка маленечко осмотримся, куда мы можем с вами пойти. Так, давайте-ка начнем проходить игру слева направо, как я всегда это люблю. Так, заходим в первую попавшуюся дверь. Добро пожаловать. Какой-то провода идут по стенкам и какая-то стрелочка. Это мне уже нравится, потому что есть какая-то стрелочка. Так, сюда можно залезть? Можно. Мы сюда можем залезть? А, нет. Здесь, наверное, мы должны от кого-то прятаться. Интересно, от кого? Чё это ты с коробкой там? Где ты взяла эту коробку? А, вот, есть какая-то... вот она коробка. Ага, это... так мы можем прятаться. Все понятно. Чё там дальше, куда? Ага, вот сюда. Так. Пойдем налево. Все правильно, идем налево. Так, парень, отойди. Или девочка, непонятно. Какие-то кровати, привязанные к стене. А, вот первый кубик, молодцы. Берем кубик. Так, пока он нам не пригодится, здесь какая-то душевая. Так, берем второй кубик. Отлично. А почему у нас только буква Б? Непонятно. Берем третий кубик. И что, это, по-моему, это какая-то легкотня, ребят. Кубики раздают налево и направо. Вот еще один кубик. Забираем. Так, это мы все кубики так соберем. Ребята, вы нам хотя бы будете чуть-чуть помогать. Так, здесь у нас что? Какое-то подсобное помещение. Здесь ничего нету. Так. Так, здесь какая-то лестница. Это уже интересно. Залазим наверх. Быстрее. И опять две двери. Так, идем. Попробуем сюда. Здесь у нас. А здесь у нас... нифига. Нифига. И нифига нету. Хорошо. Так, что ты там ползешь? Вставай, нормально иди. Молодец. Так, заходим сюда. Театр. Интересно, что это за театр? Так, мне уже интересно, что там за театр. Так, сюда можно заглянуть? Можно сюда заглянуть? Там кто-то прошел, вы видели, кто-то прошел? Кто-то сильный и ужасный. Так. Быстрее бы уже попасть в этот театр. Вот они кубики. Так, составляем сюда наши кубики. И это не все. Хорошо, идем дальше. Так, здесь у нас какая-то гримерная. Или раздевалка, непонятно, что это. Так, ну-ка, интересно, что здесь? Что у нас здесь? Так, нет выхода. Хорошо, нет выхода, так пойдем в другой вход. Нет выхода, так мы пойдем в ход. Песик Лайки. Цитаты великих людей. Освальд Дэвис, основатель. Молодец, основал такой ужасный страшный режим. Трентон. Что-то вы, по-моему, что-то похож. Чем-то вы похожи. Нет, вы ничем не похожи. Так, здесь у нас ничего. Так, это что? Это ничего, тоже ничего. Это какой-то портал, который не работает. Что там на стене написано? Что написано на стене? This is where they were actually made. Непонятно. Так. Ух ты. Отсюда мы поднялись, сюда нам больше не надо. Так, чё, по-моему, такое ощущение, что ребята просто не хотят искать кубики, а я их один ищу. Бегаю тут, и ищу, делать мне больше нечего, как искать эти кубики. Одному. Так, сюда нам нельзя. А куда еще идти? Эй, подуй, ты чё творишь? Смотрите, какой он ужасный. Но я не дам ему нас обмануть. Не догонишь. А, вот, смотри, это же ты. Так, нет, ты нас не догонишь. Почему так быстро бегает? Так, давайте-ка спрячемся от него. Вот так спрячемся. Сейчас он пробежит мимо. Надеюсь, он пробежит мимо. Я сказал, мимо пробежит. Уйди отсюда, я сказал. Мы тебя не звали. Так. Не-н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 е. Я спрятался, я в домике.
Не найдешь! Уйди отсюда! Уйди, я сказал! Кабули, почему ты бежишь туда, куда нам надо бежать? Иди в другую сторону, зачем? Уйди, уходи, все, брысь! Все, молодец, молодец, убежал, убежал. Так. Ага, если бы я забирал сюда, он бы нас быстренько отцапал, потому что здесь тупик. Так-так-так, давайте-ка быстренько, аккуратненько заглянем. Тут вроде бы никого, никого. Так, здесь тишина. Ты тоже здесь спрятался, молодец, молодец, молодец. Так, здесь мы уже были. Ага, нам подсветили кубики там, где они должны лежать. Вон они, два кубика, вон там. Давайте-ка, это потому что, наверное, мы слишком долго искали эти. Эй, все, все что ли, все? Ты всех нашли, что ли? Молодцы, 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 молодцы! Молодцы, ребят, молодцы! Так, я так понимаю, что она их забрала оба. Так, сейчас мы их поставим на место. И... наверное, на этом закончится игра, что ли? Это все, и все, что... это все? Вот так мне интересно. Чего ты сюда приперся? Уйди отсюда, дай нам поиграть! Так, где кубики? Неужели их выронили? Молодцы, молодцы. И чего? И чего? Спасибо. Нам говорят спасибо. Надеюсь, синий что-то там не получил. Интересно, что он там еще не получил. Так, это что за решетка? Ой, кто это? Это что, Хаги-Ваги? Что это? Кто это? Мамочка длинные ноги? Здравствуйте, приехали. А вы что тут делаете? А ничего, мы просто зашли поиграть. Вам какое дело? Так. Чё? Чего? Чего? Отдохни. Тебе это понадобится на завтра. Так. Это что, игра в кальвара какая-то? Каких-то... зачеркнули каких-то ребят? Наверное, они не прошли игру. Так, мы снова оказались... в какой-то комнате, где есть телевизор. Давайте посмотрим телек, ребят, включите. Включите Никелодеон, включите, пожалуйста. Включите мне Бентена или что-нибудь еще. Пожалуйста. Или Машу Медведь, давайте Машу Медведь посмотрим. Давайте посмотрим Машу Медведь, давайте смотреть Машу Медведь. Машу Медведь давайте смотреть. Так-так-так. У нас есть коробка, мы можем приседать. Похоже, Грин проснулся. Грин это зеленый, я так понимаю, что его зовут Грин. Думаю, он знает, что ты там. Что ты там. Что мы там. Чего, нужно беспокоиться о нем. Он слепой. Ой-ой-ой, бедняжка. Грин, как он может поймать тебя, если он тебя не видит? Вот это мы у тебя должны спросить, как он может поймать нас, если он нас не видит. Так, нам нужно найти 15 кубиков. Так, ну давайте начнем. А, нет, 15 пакетиков. Так, начнем по старой традиции проходить игру слева направо. Идем по стрелочкам. Так, вот он пакетик. Так-так-так. Взяли пакетик. Так, чего еще? Куда? Так, нам здесь пакетик нам не нужен. А вот еще один пакетик. И там еще один пакетик. Молодцы, молодцы. Так, берем еще один пакетик, и мы пропустили какую-то дверь. Так, давай-ка зайдем сюда. Девочка, там уже была, наверное, да? И там ничего нету. Так, а может быть и есть, а может и есть. А может быть и есть. Так, ничего, ничего нету. Выходим назад. Какие-то непонятные гантели лежат на полу. Так, поворачиваю налево. Или мы налево уже были? Так, подождите-ка, что-то я запутался. Что-то я немножечко запутался. Так, здесь у нас ничего не работает. Заходим. Ага, вот тот сам пакетик, это хорошо. Это хорошо. Так. Виктор Зек, что-то там, Виктор Зек был найден. Ну ничего страшного, пройдет игру еще раз. Так, поднимаемся наверх. И нифига, и нифига. Так, а здесь у нас вход в театр, где мы должны составить все наши пакетики. Так, что это за шахта-то такая, где ничего никогда не лежит? Интересно, или тут уже все нашли? Непонятно. Так, заходим в театр и кладем все 4 наших найденных пакетика. Такое ощущение, что, по-моему, еще никто не нашел ни одного пакета, кроме меня. Или все просто бегают и собирают, чтобы потом все разом принести их на место. Так, молодцы, молодцы. Так, подходим и составляем наши пакетики. Так, и чего? Это еще не все. Так, подождите-ка, вот сюда можно выбежать. Так, так, мы здесь уже были. Здесь мы тоже были. Здесь no escape. Так, так. Здесь, а сюда можно свалиться, я так понимаю, да? Все правильно. Так, а где же еще 7 пакетиков обещанных? 7 обещанных пакетиков. Что это там светится? Чего-то там светится. Смотрите, что это? Что это такое? Что это тут светится? Интересно, какая-то лампочка светится. Так. Так, сюда нам не надо, мы отсюда можем упасть. Заходим прямо. И ничего. И ничего. О, вот он пакетик. Интересно, кто подкинул мне прям под ноги? Что, они рандомно появляются на карте? Это нечестно. Так, а может в самом начале появился какой-нибудь пакетик? Никого. Ничего. И нет пакетиков никаких. Так. Заходим. Давайте еще раз попробуем слева направо. Я думаю, что мы найдем еще 7 пакетиков. Тем более один, что мы уже нашли. Получается, нам нужно найти 6 пакетиков. 6 пакетиков, так, сюда нам нельзя. Самое интересное место, и туда нельзя, ну, как всегда. Так, здесь тоже ничего. И заходим сюда. А где же, интересно, этот зеленый друг, который слепошарый зеленый друг? Непонятно. По-моему, не только слепошарый, он еще и глупошарый. Или глухошарый. Так, ну здесь мы уже все... А, подождите-ка, вот здесь нами как раз таки и не были. А здесь ничего и нету. И зачем сюда заходить? Зачем было делать такую большую комнату, если тут ничего нету? Так, а вот здесь мы уже заходили. Так, попробуем спуститься вниз. Сублевель... А, ну это, наверное, имеется в виду... Как он правильно называется? Я забыл, как он правильно называется. Подвал! Сублевел, наверное, подвал. Да, имеется в виду нижний этаж, под этаж, цокольный этаж.
Или как его еще правильно называют? Тут что это здесь у нас? Тут лошадки живут, или что это такое? Где живут лошадки? А может и свинятки, а может и крольчатки, а может и поросятки. Так, здесь у нас какие-то ворота, а здесь кого-то держали на цепи. А, здесь, наверное, мыли наших лошадок. Все понятно, все понятно. Мыли холодной водой, наверное, чтобы они... О, еще один, молодец, молодец, лайки, молодец. Так, мы взяли два пакетика. И такое ощущение, что мы играем с вами одни. Такое ощущение, что мы играем с вами одни, и все ребята вдруг почему-то вышли из игры. Или у меня зависла игра. Но это одно из двух. Так, берем еще один пакетик. У нас три пакетика. Это уже очень хорошо. Так, заходим в театр и складываем наш... Эй, стой, вот он, слепошарый. Слепошарый зеленый друг. Эй, тихо. Так, нам надо... Че это у него с рукой? Че она тащится за ним? Что с ним? Случилось такое. Так, это какие-то солома или царапины. Найдите пакеты с едой. Эй, да их уже два! Смотрите, их целых два! Че делать-то? И что делать? Ребята! Эй, стоять! Если они меня сейчас поймают, это будет очень плохо. Так, нам каким-то образом надо найти дорогу в театр. Ребята, у нас с вами целых три пакетика. Эй, стой! Что делать-то? Что ты делаешь? Ну-ка, если прокрасться потихонечку... Стой! Не надо тянуть свои ручищи ко мне! Непонятная зеленая субстанция! Так. И что делать? Они взяли меня в ловушку. Так, нам надо найти... А вот так. Смотрите, вот вход в театр. Чё ты там прячешься в своей коробке? Итого, нам надо найти еще две... Две, чего это там? Два пакета с едой. Интересно, он вроде бы он слепой, а ест за троих. Куда ты? Чё ты так пугаешь? Не надо так пугать. Эй, блин, чё ты кнопку куда-то потерял? Стой, стоять, говорят. Я знаю карате. Я! Так, а, да, он же слепошар. Смотрите, мы можем бегать. Ой, нет, тот не слепошар. Тот как раз таки не слепошар. Тот сумасшедший. Почему нам не говорили, что он такой сумасшедший? Он такой смешной, смотрите. Эй, подожди. Можно я буду смеяться где-нибудь рядом с открытой дверью? Эй, подожди! Нет! Сейчас мы его обманем. Подожди. Чё ты встал? Да он ещё и прыгать умеет, а мы-то не умеем прыгать. Подожди. Почему именно за мной? Не надо за мной бежать. Так, сюда нельзя. Сюда нельзя. Стой, по-моему, он от нас отстал. Так, еще два пакета с едой. Где же еще два пакета с едой? Интересно, так, подождите-ка. Здесь нету еды? Или есть? Или нет? Нету? Здесь нету. Так. О, здесь, по-моему, мы еще и не были с вами. Так, здесь мы сегодня... Вот в этот раз мы еще и не были. Вон они, пакет с едой. Вот, один пакет с едой. И внизу вон там лежит еще один пакет с едой. Чего ты пробежал мимо? Побежали за едой. Вот она, где-то здесь пакет с едой. Или не здесь? Так, давайте попробуем забежать сюда. И упадем сюда. Вот он, пакет с едой. Так, теперь нам нужно найти дорогу в театр. У меня два последних пакета, ребят, молодцы, вы молодцы. Так. Наверное, дорога в театр где-то здесь. Чё-то у меня совсем плоховато с памятью стало. Да-да-да, по-моему, нам всё налево, а потом там будет дорога в театр. Да, всё верно. Так. А, да, вот, всё, вот, мы нашли театр. Всё, получается, мы победили всю игру. Мы почти все пакеты нашли сами. Так, а потому что с нами играет всего один парень. Вот, нас всего двое, потому что остальных он уже переловил. Вот он в чем прикол, потому что их было целых два. Поэтому они не смогли от них убежать. Так, это что это еще за рыжая рука? Кто это такой? Тейлз, что это такое? Что это тут навалили нам? Собачьего корма? Мы... Оранжевый покинул свою пещеру. Что за оранжевый? Какой еще оранжевый? Это, наверное, Тейлз. Может, он понюхал еду? А это что, лиса или что это? Кто это такой? Это корги. Почему оранжевые любят собачью еду? Наверное, это корги. Так, мы остались вдвоем с каким-то прикольным парнем. Так, это тут, наверное, тут девочка какая-то спала, у нее розовая одеялка. Так, чё, парень, давай посмотрим какой-нибудь мультфильм. Или давай посмотрим видосики. Какие-нибудь интересные видосики. Роблокс-видосики. Давай посмотрим Роблокс-видосики. Может, даже Робзи покажут. А может быть и кошку Лану. Не знаю. Так, чего говорить? Сегодня последняя ночь. Так, у нас последняя ночь. Осталось победить только последнюю ночь. Так, после того, как ты да, покажу тебе, почему ты на самом деле здесь. Починишь мою машинку, почему ты на самом деле здесь. Да потому что кто-то перевернул стрелочку, и мы попали в аварию из-за тебя. Почему вентиляционные отверстия начали протекать? Да кто их знает, может быть, их надо починить? Так, парень, наведем здесь порядок. Так, что нам надо найти? Так, нам надо предохранители. 14 предохранителей. Зачем нам 14 предохранителей? Так, один мы нашли. Зачем вам 14 предохранителей? Что вы тут так предохраняете? Что вам нужны целых 14 штук? Так, два. Нашли второй предохранитель. Но если вы их так будете раскидывать на каждом шагу, то мы их быстренько найдем. Так. Ага, это психопат уже здесь. Так, бежим от него, бежим. Нет, беги отсюда, беги. Беги сюда. Прыгай. Так, прячемся. Ага, он ушел. Пойдем, он ушел. Пойдем. Надеюсь, мы его обманули. Так, заходим сюда. И у нас с вами уже целых три предохранителя. Это очень хорошо. Так, надеюсь, он нас не поймает где-нибудь из-за угла. Так,
Еще один предохранитель, у нас 5 предохранителей. Это хорошо. Это хорошо, что у нас 5 предохранителей. Так, сюда заходим. Что это за вещь? У нас какая-то комната пустая, тут ничего никогда не лежит. Парень, ты будешь мне помогать или ты будешь постоянно только прятаться? Так, здесь ничего нету. Здесь опять пустая комната. Зачем было рисовать пустые комнаты, а? Если в них ничего нигде никогда не лежит. Так, поднимаемся наверх. И надеюсь, здесь нам сразу нам дадут все 12 выключателей. Или не 12, а сколько там получается? Чё это такое? А чё это? Чё это за... Чё ты забыл? Покормить апельсина? Какого ещё апельсина? Никого я кормить не собираюсь. Надеюсь, эта линия нас не разрежет, это не какая-нибудь электропила. Что, какого апельсина надо ещё покормить? Чё за ерунда вообще? Вы забыли покормить апельсина? Надо предохранители, отведите их обратно в театр. Понятно, что надо предохранители. Но для начала нам нужно покормить апельсина. А, вот еще один предохранитель, это хорошо. Это хорошо. Смотрите, этот психопат на меня напал! Это вообще нечестно! Смотрите, это вообще, это как это? Вернуться в лобби? Ну, это я уж почти прошел игру, это меня вот так вот такая подстава. Надо предупреждать о таких рыжих психопатах. Запустите меня в игру, быстро, быстро запустите меня в игру. Так, нам нужно срочно пройти ее еще раз. Ну теперь-то мы все знаем, как правильно проходить. Чего там все стоите? Давайте быстрее заходите в игру, это ж так прикольно, это ж так интересно. Это настоящий захватывающий трэш, или как это назвать, это экшен-игры. Так, мы снова отправились в поездку на школьном автобусе, все снова начинают прикалываться и придуриваться. И опять как... Вообще-то очень странно, почему-то друзья у нас радужные, а рука поворачивает какая-то черная. И какой-то черный странный чел пытается с нами разговаривать. То мы ему кубики, значит, должны найти, то корм, то какие-то предохранители. И вообще куда-то он нас не в ту сторону отправил, как всегда. Сейчас опять мы разовьемся в нашем автобусе. И Полинорс утащит за ногу какое-то странное чудовище. Куда ты потащил? Ну-ка, положи ее на место. Ее мама будет дома потеряет. Чё это вы все присели? Чё, зачем вы все сидите? А, нет, смотрите, Поле, это нас всех утащили, получается, не только ее. Нас же бабушка дома потеряет, что вы? Она же ждет нас, она же напекла пирожочков вкусных. Свободу попугаям! Мои блоки упали, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Быстрее. Вам нужно их найти. Так, сейчас мы все быстро найдем. Так, бежим, срочно бежим искать кубики. Так, один кубик уже нашли. Так что все разделяемся на группы по 3 человека. И идем искать по 3 кубика. Получается 8 групп, по 3 кубика, 24 кубика. Так. Пока я болтал, все кубики разобрали. Так, не-не-не-не-не-не-не-не, если есть желание, можете сами. Это без меня, потому что я буду прятаться. Прячемся. Это получается, что с каждым разом у нас будет прибавляться по одному чудовищу, который будет нас искать. Так, сумасшедшего мы уже видели. Слепошарова мы тоже уже видели. И рыжую лису тоже. Так, поднимаем кубик. Хорошо, хотя бы один кубик лайки все-таки нашел. Так, надеюсь, сейчас мы не откроем дверь, этот психопат на нас не нападет. Тихо. Бежим от него в театр. Там есть выход, из которого можно выбежать. Так, хотя бы один кубик мы положили. И бежим с вами по стрелочке, которая указывает в обратную сторону. Но это же очень логично, бежать в обратную сторону. Так, здесь у нас было куча предохранителей. Так, это очень плохо, что кубики каждый раз не лежат в одном и том же месте. Они постоянно рандомно рассыпаны где-нибудь. Так, это самое начало, нам не нужно самое начало. Нам нужно плюхнуться вниз. Так, плюхаемся вниз. Оп, хорошо, что мы не разбились. И нифига нам не дали. Ага, вон кубик, я вижу кубик, молодец. Ага, здесь это конюшни, кто-то был найден. Так, забираем кубик. Кубик, я говорю, забираем, так, молодцы. Так, нужно убрать его в инвентарь. А что у нас, собственно, есть в инвентаре? Ничего нет у нас, кроме коробки в инвентаре. Поднимаемся наверх. Вообще какой-то странный потолок, ну ладно. Так, тут написано «Внимание!» И чего? Еще 2 кубика. Скоро их должны подсветить, если мы так будем и долго их искать, то нам их обязательно подсветят. Так, главное, чтобы нас не поймали. Это же надо же было пройти почти всю игру и попасться рыжему монстру. Но этого никто не мог ожидать, потому что он вылетел, как выскочит на меня. Вы сами все видели. У меня совсем не было шансов его увидеть. Так, здесь нам сюда не надо. Здесь у нас чего? Здесь у нас, как всегда, ничего. Ну зачем? И зачем? Ну зачем было делать такое огромное помещение? Возможно, оно нам как-нибудь пригодится. Так. 22 кубика. 22 из 24. Так. Здесь тишина, здесь ничего. Выходим в замок. И, возможно, здесь-то нас и ждут наши кубики. Так, там на полу вроде бы ничего. Тут ничего не лежит. Так, что это здесь такое? Что, нельзя, зачем еще сюда забегать, если здесь ничего нету? Наверное, игра будет расширяться, и они будут ее дорабатывать. Так. Ребята, в общем, на этом я предлагаю закончить сегодняшний видосик. Продолжение смотрите в следующей серии. Ну и как всегда, не забудьте поставить лайк и подписаться на мою новенькую группу ВКонтакте, на мой Рутуб-канал и Яндекс.Дзен. Ссылочки я уже, как всегда, оставил в описании. Всем гав-гав!